играющий тренер команды «Геотермал» Сергей Япурянов. Сергей, ну что, наконец-то, вот она, вторая строчка, да, вы ее взяли и совсем чуть-чуть уже там впереди осталось, да? Скажите, как сегодня игра? Сложно было? Да, игра была очень сложная, соперник неплохой, но и мы, было видно, давлел результат. К сожалению, наша молдавская команда, играем очень плохо под давлением результата, играли очень плохо, но забили. То есть, но благодарен команде, что сегодня нужна была именно победа, и команда ее добилась. Тяжело, игра не понравилась нашей команде, но спасибо за результат. Говорят, что хороший тренер, он всегда недоволен, да? Чем недовольны вы? Я недоволен тем, что я говорю, что давление давило, и было видно, что команда скована, зажата, нету раскрепощенности. И вот это самое главное. На международном уровне это играет большую роль. Ну, тем не менее, три гола, и даже вратарь у вас сегодня отличился. Ну, вратарь у нас хороший, поэтому в нашей команде, как говорится. Нет, я говорю, что были зажаты. Может быть, если была бы... Опять же, европейская команда могли бы нас, так как мы зажимались и играли, могли бы нас разорвать, скажем так. Ну что, по шажочку Геотермал идет вперед. Какая задача дальше? Задача попасть в четверку, в пульку, а там уже посмотрим. Что ж, мы желаем вам удачи обязательно. Забитый голов. Спасибо.